вашими аплодисментами. Ансамбль «Забавушка». Дорогие друзья, позвольте представить вам каждого участника этого замечательного коллектива. Логинова София выступает в ансамбле «Забавушка». Чернобай Иван, он учится в школе для слабовидящих, занимается плаванием и учится ездить на лошади, обучается игре на гитаре и занимается спортивной секцией самообороны. Телесин Алексей, 11 лет, он учится на дому и выступает... Леша у нас занимается вокалом и фортепиано в музыкальной школе, и посещает творческие мастерские и делает прекрасные работы из шерсти. Степанова Ксения, 10 лет. Она очень любит петь, занимается плаванием и рукоделием, и учится ездить на лошади. Приветствую Ксению! Костетян Валентина, 14 лет. Она посещает творческие мастерские, делает работы из шерсти и очень хорошо рисует. Наши ей аплодисменты! Корзунова Мария, 10 лет. Замечательная девчонка. И помогает нашему ансамблю Клинкина Екатерина. Дорогие друзья, сейчас ансамбль «Забавушка» исполнит для нас три песни. «Земляничка», «Сад во дворе» и «Дунина головка». Thank you.
Дорогие друзья, мне очень приятно пригласить.